Всем привет, дорогие друзья! По вашим многочисленным просьбам в сегодняшнем видео покажу, как можно сделать своими руками мини-катушку Тесла. Итак, что же нам для этого понадобится? Итак, для того, чтобы сделать мини-катушку Тесла, нам понадобится один выключатель, один резистор на 22 кОм, транзистор 2N2222A, коннектор для кроны, ПВХ-труба длиною 8,5 см и диаметром 2 см. Также нам понадобится одна крона на 9 вольт, медная проволока с сечением 0,5 мм, и это все мы будем устанавливать на кусочек ламината. Первым делом давайте изготовим катушку. Для этого мы должны намотать медную проволоку на ПВХ-трубку, отступая приблизительно от краев на 0,5 см. Для того, чтобы изначально медная проволока не отматывалась, мы ее зафиксируем бумажным скотчем. После чего намотали проволоку, этот конец также фиксируем бумажным скотчем для того, чтобы не разматывалась проволока. Ну вот и все, катушка у нас уже готова, теперь ее приклеиваем при помощи термоклея к кусочку ламината. Также приклеиваем выключатель, транзистор и коннектор кроны. Переходим к подсоединению проводов. Нижний медный провод от катушки припаиваем к среднему контакту от транзистора. Также к среднему контакту от транзистора припаиваем резистор. Кстати, я ранее забыл упомянуть, что нам также понадобится небольшой отрезок провода длиною 15 см и сечением 1 мм. Этот провод нам нужен для вторичной обмотки, ну а сама катушка у нас получается первичная обмотка. Этот провод обматываем два раза вокруг катушки и фиксируем оба конца при помощи термоклея, для того, чтобы этот провод у нас не разматывался. Верхний конец проволоки с вторичной обмотки припаиваем к резистору. Ну а второй конец проволоки вторичной обмотки припаиваем к правому контакту от транзистора. Далее контакт от резистора вместе с проводом от вторичной обмотки припаиваем к контакту от выключателя. Красный провод от коннектора кроны, а именно плюс, припаиваем к среднему контакту от выключателя. Ну а минус, черный провод, припаиваем к левому контакту от транзистора. Ну вот и все, ребят, мини-катушка Тесла у нас уже готова. Достаем флуоресцентную лампу и, конечно же, тестируем. Для начала включаем выключатель и подводим к катушке.
На этом все, дорогие друзья. Всем огромное спасибо за внимание, за то, что посмотрели это видео. Не забывайте его оценивать лайком или дизлайком. И, конечно же, пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я показал в следующем своем видео. Всем пока-пока! Знаете ли вы, в 1904 году Тесла начал строить огромное устройство для беспроводной передачи электричества. Когда спонсировавший его работу банкир Морган узнал о назначении устройства, он тут же перестал платить Тесле. Устройство так и не было достроено. В 1917 году американские власти его полностью уничтожили.